наблюдательном пункте батальона капитан Заводский. Стремительным броском бойцы достигли берега, занятого врагом. Стрелковый взвод с боем проник на кладбище и захватил высоту Преображенскую. Враг потерял важную позицию. Высота господствует над городом. Отсюда, как на ладони, виден Шлиссельбург. Отряды наших автоматчиков на бронемашинах ворвались в город. Вдали за мостиком ситцы-набивная фабрика. Там засели гитлеровцы. Прямой наводкой по гитлеровцам. Последний узел сопротивления немцев в Шлиссельбурге, здание фабрики, взято. В город вступили части Красной Армии. Шлиссельбург полностью очищен от врага. Ленина. Радио принесло сообщение Совинформбюро об успешном наступлении наших войск в районе Ладожского озера. Блокада Ленинграда прорвана. Взят город Шлиссельбург. Сердцу каждого ленинградца особенно близко это радостное событие. Радио только что принесло нам радостную весть. 17 месяцев мы были в блокаде, а сегодня мощным ударом войск Волховского и Ленинградского фронтов блокада Ленинграда прорвана! Да здравствует наша славная партия, организовавшая нашу победу! Да здравствует наш советский народ,
Да здравствует наш великий ваш товарищ Сталин! Да здравствует наши славные, славные и славные ленинградцы! Ура, товарищи! Честь и слава бойцам Ленинградского и Волховского фронтов, прорвавшим блокаду города Ленина!